привет. Короче, не прошло и года, и я опять уже тут как тут. Вот еду. То есть вы, наверное, подумаете, что я, знаете, когда хожу в горы, я только и делала, что еду. Вот, блин, он вот мне сказал, сними вот этот отросток. Ну да, классный отросток, да? Вот. Засняла. По факту. Прямо вот так переживает, чтобы я этот отросток засняла. Да, классно, классно. Что не скажешь? Короче, мы, знаете, мы едем... Решил у меня сделать мне тренировку на... Значит, на... Точка королевы. Вот помните, я вам говорила, что он говорил, что он подолго идти. Короче, невероятно, блин, начинает его мыть. Блин. Вот там, где-то там далеко уже в Верес, мы просто... Знаете, как я уже тебя поняла, горная дорога? Значит, ты, сначала ты внизу, да, потом резко идешь вот этот вот просто вообще вверх, да? Симпатин. Я еще, так как я в этот момент очень сильно боюсь, я забываю снимать. Вот. Кстати, знаете, что классно, что снимать-то в этот раз? То, что... Бель темпо. Как это? Хорошая погода. Вот те, кто говорят, что у меня не поставлен язык, там, и я плохо говорю, ну, понимаете, мне легче говорить по-итальянски. Вот. По-итальянски я бы все бы классно бы вам сказала бы быстро. Посмотрите наши стены. Но по-русски мне приходится готовить слова и подыскивать, да, потому что я не практически только с вами говорю, ну, по-русски. Ну, и с мамой иногда. А так, только итальянский у меня везде. Поэтому, знаете, я говорю, что... Ничего не поддерживают. Это сказки про белого бычка. Вы там рассказывайте своим бабушкам. Сегодня мне написала Марвинушка. Вот, и я говорила, ей сказала, что мы просто обсудили немножко. Она просто переживает за меня, что я расстраиваюсь, когда меня там критикуют. То есть, ну да, я удаляю, но я все равно что-то переживаю. И дело в том, что ну удалишь коммент, а как все равно останется, понимаете? Ну вот. И значит это. Я просто ей говорю, что это вот, понимаешь, это говорю, что это людям плохо. Натурально, людям плохо. Вот. И это вот, значит, это не вот это злоба, это вот просто вот действительно людям очень плохо. Вот, а я когда плохо другим, я очень это чувствую сильно. Вот, вот значит, я говорю ей, я вам расскажу сегодня, когда буду ехать в Сочи. Когда я училась, понимаете, я второе высшее получала с 2006 года, да? Церкушка. С 2006 года я получала второе. На юриста, когда училась. Вот, и сразу стало, то, что я очень люблю учиться, ну, и таких вот называют здесь, типа, как это, называют, как бы, сухой, здесь называют, итальянцы. Я не буду это слово говорить, вот, но переводится как сухой, да? Или даже не больше, даже не сухой, а как мешок знаний, да, как это получается? Секьоны, а такие, как лучше, дичамо, как и ma cosa paragona un sacchettone o un secco? Ah, questo secco, questo secco no. Sì, ok, ma c'è a paragone di quale parola? Dove ti trovi? Ah. Sì, sono un secchione. Fabio, у нас не секьоны. Смотрите, да? Но он говорит, но это не с мешком, ни с сухим, ничего нет.
Ну я потом посмотрю, ребятушки. Я всегда смотрю, откуда идут это всякие разные дома. Ну, сколько у нас? Кривая церковь, многоскоп. Ладно. В общем, короче, что было? Я, значит, сразу... там я и один парень сразу стали, значит, отличниками, да? Вот. И мы выступали. У нас, честно, была конкуренция. Вот. Кто там вообще лучше это? Ну, не то, что это, по-моему, он больше со мной конкурировал. Мне просто вообще нравится учиться. У меня Мишельке было 1.5 года, я хотела тоже из дома иногда, знаете. Ну, иногда я же когда на сессии приезжала, то есть я, получается, целый день училась, да, и я чуть-чуть была рада, что я могу выйти из дома, потому что я все время с ней сидела, да, как бы. Вот, я тоже немножко устала. И мне не хватало этого, да, учебы. И вот я там была активисткой, постоянно разговаривала с профессорами. И вот уже на первом курсе, значит, со мной учились, то есть я уже получала второе высшее, да, со мной учились совсем молодые, которые меня на 10 лет младше. Это там 86-й год, да? Вот. И значит, это... Они ко мне подошли и сказали: слушай, хватит уже проявлять активность, ты нам надоела. Если бы не ты, нас бы отпускали бы раньше домой. Ну, домой, они там все были приезжие. Вот, они все в общежитии шли там, домой. Вот, ну, факт то, что они не хотели находиться. Они думали, что если я не буду разговаривать с этим, показываю, что это дорога, стена. Вот, посмотрите, посмотрите. Я говорю, что все дороги, стены, видите, да? Вот, что типа, если бы вообще я не разговаривала бы, да, с преподавателями, вот, они мне сказали прям в грубой форме, они мне сказали, что, не знаю, как-то даже, в принципе, пригрозили. Я не знаю, что они мне там бы сделали бы с другой стороны. Вот. Но вот факт остается фактом, понимаете? То есть инициатива даже в университет, я просто им сказала, зачем вы идете в университет, если вам не нравится учиться. Ну, как бы, такая наивная, да? Но они сказали, что мы пришли получить диплом, понимаете? Вот. А они были все с первым образованием, да? То есть, по идее, могли бы и поучиться, да? Вот, и что потом было? Я на них-то плевала, я все равно, как бы, с преподавателями общалась. Ну и потом, естественно, эти преподаватели мне ставили автоматом оценки. Вот. И они еще за это меня ненавидели, что я как будто подлизываюсь к преподавателям. То есть это называется подлизываться, да? Вот. И потом, значит, когда мы получали дипломы, я хотела все равно слово толкнуть, потому что все опять, понимаете, люди там, не люди, а руководство говорит: ну что, кто скажет слово, да, и все молчат. Знаете, у нас вот эта вот, да, масса, будет все молчать. Ну, я, естественно, так как я все-таки в Италии живу, знаете, там, вот, видите, стена, видите, дорога, стена, да, видите. Я все-таки выше толкнула слово, и вот эти вот, которые ко мне подходили, они опять: да хватит уже выступать, нам домой надо идти, вот прямо в голос, понимаете? Вот. Ну, им, в общем-то, вот этим вот, которые орали, он им сказал: так вы получили диплом, можете идти. Знаете, как классно было? Вот. Можете идти. Смотрите, там крепость. Классно. Вот, вы знаете, они не ушли. Вот, но опять же, да, вот это вот, то есть быть... Ну, они потом подошли ко мне и говорят: что тебе нужно все время выделиться? Типа, что ты не можешь быть как все. Вот понимаете, ребятушки, вот это менталитет, это не... Это у всех, это в основном вообще у массы людей такое, понимаете? Вот смотрите, как резко как бы изменилась погода, да? Где наша эта крепость? Не видно крепость. Тело крепость нет, но здесь вообще шикарно видно. Вот. И вот это то же самое, что сейчас я вот получаю. То есть людей вообще бесит, что я вот хожу из них. Просто их бесит и все, понимаете? Что почему-то не считаю, что я должна вообще там... Да даже если бы я получила два высших там по блогингу, да, типа лицензия блогера, да, полученная там в результате 5-летнего обучения, да, как бы, все равно бы они меня засрали, да, начали бы говорить, кто мне дал эту лицензию, да, вот. Поэтому, просто потому что я уже выделилась. Все, вот уже я пошла с камеры, я уже выделилась, видите, наши цели, да.
Петушки, у меня и так 15 видео, но когда это выйдет, уже все видео будут поставлены. Это видео выйдет, наверное, во вторник, блин. Но судя чем, это просто видео, форсы ушра мартити. Судя чем, già ce l'ho 15 video, devo sempre lavorare, però mi sono ricordata che comunque questo sarà dopo che metto quelli. Короче, вот такие пирожки. Чела моя фраза. Такие пирожки. Мы за панокки нос трусы. Пирожки. Да, короче, я должна вам и про статую еще, да, говорить, как бы, но, знаете, вот, ну, не в горах. Я по статуям я сделаю, опять же, не знаю, может быть, у меня уже и выйдет стрим, а то там просто много чего, там одна очень классно отметила, мне понравилось, отрос, вот эти вот про отростки, это тоже очень классно, посмотрите, да, что-то поддерживает, да, то есть стены, они растут как ленты, неужели это не видно? Но я говорю, что это если не видно, то это бесполезно объяснять. Вот. Это должно у человека уже видение у самого быть. Как у меня сейчас видения это нету, да? Откройте, высуньте свой нос. Я вообще, люди не разбираются вообще. Мини. Шахта. Как интересно. Прикиньте, какая дыра. А она сипала фирмарся такой кипат. Там вообще дырка просто. Ферма тебя тема. Получается у нас. Ну, тем более вообще трафик такой. Тут. Джа капито. Наши скобы. Одесса сара. Браво. Молодец. Окей. Подождите, сейчас выйду. Сейчас выйду и засниму вам и сделаю еще короткое видео. Сочелиния фачанка корту. Ребятушки. Вот наши рисунки. Води. Церковь води, видите. Скобы наши эти. О! Вот она, блин, глаза вообще, солнце, ужас. Сейчас я вам приближу. Это же надо. Вот это считает, что это шахта, понимаете? Просто вообще вылезает труба дикая. Не знаю, вам видно, не видно? Я не понимаю вообще, подождите. Я мне бручу руки. Не пой дарить твой кьяли на тимо. 3 секунды, потому что я не вижу. Che cosa? Ecco, сейчас я в очках, я увижу, что я приближаю. Ecco, сейчас я могу ее зацепить. Потому что мне солнце прямо, рядышки, вообще в глаза печет. Где? А, вот, наверное. Io non vedo se lo sto riprendendo. Cioè. Aspetta che metto, perché non vedo se sto riprendendo. Ah, sono caduti. Я мне лучше, блин, подождите. Я хочу просто видеть, что я ее взяла. Но солнце меня просто убивает, ребятушки, убивает. Вот. Вот так я вижу. Я, правда, стою, но прямо на середине дороги. Вот, видите, труба торчит. Смотрите. Вот это шахта, да, нормально? На какой-то на самой верхушке, блин, как-то вообще там все это функционирует, да? Так. Посмотрите, церковь вообще какая. Стены в разнобой, посмотрите, да? И вот в 2D наши эти
рисунки. Так, сейчас я сделаю короткое видео. Ой, боже мой. Как я испугалась. Так, ну ладно, я сейчас сделаю короткое видео. Пока-пока.